Добрый день, дорогие друзья. Сегодня у меня в студии особенный гость. Я хотела бы представить его таким высказыванием. Музыка — это аванс от Бога. И чтобы научиться ее слушать и слышать, необходимо добавить к ней красоту своей души. И сегодняшний гость — яркое тому доказательство. Разрешите представить: Жания Яхеевна Аубакирова сегодня в моей студии. Музыкант, педагог, бывший многолетний ректор Казахской консерватории, народная артистка Казахской ССР, лауреат Государственной премии Республики Казахстан в области литературы и искусства, лауреат Государственной премии мира и прогресса первого президента Республики Казахстан. А также Жания Яхеевна является официальным артистом фирмы Stenway & Sons. Я хочу от всей души поблагодарить вас за то, что вы так быстро откликнулись и поддержали мою программу по продвижению женского лидерства в Центральной Азии. Вас многие знают, большинство любят, и во всем мире знают ваши достижения, знают ваш вклад в развитие культуры и искусства нашей Родины. И я вот посмотрела практически все документальные фильмы. Я сегодня волнуюсь, да, о вас, интервью, которые были с вами, и постаралась, чтобы вопросы, которые я сегодня составила для вас, они не повторялись. Поэтому, если позволите, я начну. В одной из программ о вас вы говорили о своих родителях. Особенно мне запомнился момент, когда в детстве вы с братом, сестрой занимались музыкой. Ваши родители в это время находились вместе с вами, занимались своей работой. И вот в квартире звучала музыка со всех окон. Вот. Но у меня возник такой вопрос, я подумала, мы все состоим из определенной такой консистенции качеств, которые нам, мы получили от папы, получили от мамы, и что-то к нам добавилось в течение нашего жизненного пути, в силу нашего жизненного опыта. И вот мой вопрос, как вы считаете, какие качества у вас от папы, качества характера, какие от мамы, и что это ваше личное приобретенное? Айжан, спасибо большое. На самом деле, вот именно так вопрос никогда не ставился. Это мне очень интересно ответить, потому что так или иначе все равно думаешь, кто ты в результате, какая сумма качеств. Но вот вы начали с того, что родители никогда не переживали из-за того, что мы все втроем играем. Но это качество вот от папы, которое мне очень сильно пригодилось. Папа, например, научной работой мог заниматься абсолютно в любом месте, в любом состоянии. Я помню, что рассказывали, что я сидела, и сестренка сидела на коленях, маленькие. И он что-то сидел, писал. И в это время так он говорил, в то время памперсов не было, да? Вот это ему не мешало. То есть, например, маме требовалось, чтобы стол был, обстановка, и все такое, а папа в любом месте. И папа никогда не хранил никаких архивов. Сколько тысяч раз или десяток тысяч раз он читал свои лекции, никогда не повторялся. И вот мне это сильно передалось, потому что чем искать, найти какой-то материал, лучше заново написать, быстрее, легче, да. Все равно будет что-то новое, свежее. Вот, и, конечно, папа очень скромный человек. И в этом смысле мамин артистизм, мамина яркость, ее музыкальность в какой-то степени мне передались, потому что мама еще бы, ну не то, что еще более, она по-настоящему артисткой была. Вот если бы она была в музыке, я вот думаю, что она бы могла стать народной артисткой СССР в то время. У нее был потрясающий красоты голос. Она училась в Ленинграде и видела, и получила вот от Мариинского театра, от Эрмитажа, от того, что она выступала в самодеятельности, она получила какой-то опыт. Она практически сама могла, вот когда она купила нам пианино, она сидела и сама подбирала мелодии. И мама очень смелый человек. И я думаю, вот мне что-то передалось, потому что если бы я как папа, я бы тихонечко, осторожненько. А я вот, когда особенно мне доверили консерваторию, я вот в бой шла как... Вот действительно преодолеваем в себе многое. Потому что как, оказывается, когда ты за кого-то и за что-то, за организацию, тебе энергии и сил добавляется. Я никогда не была настойчива по отношению к
к себе, там, к своим потребностям, к своей артистической карьере. Но как-то мне казалось это неудобно. Все же так сами за себя не очень, ну, большинство так, да. А за других я такая отважная. Я все работала как просто... Ну да, и я думаю, что это хорошее сочетание, потому что, с другой стороны, и мама, и папа, они были не только педагогами, они были просветителями. Они этих своих студентов со всех сторон окучивали, развивали, старались, чтобы они не зря учились, а ну, получили какую-то базу для жизни по-настоящему. Так? Спасибо. Спасибо. Вы знаете, я сама как-то занималась музыкой, училась в музыкальной школе, в музыкальном училище, поэтому классическую музыку я слушаю постоянно. И вот я пришла, кстати, 102.8 классик радио, да, слушаю постоянно у себя в машине. И я так подумала, вот у меня есть ряд композиторов, которые я слушаю всегда. Еще там в определенный момент своей жизни, когда там готовлюсь к чему-то важному, когда там моменты депрессии для того, чтобы воспарить, да, внутри себя. Но я подумала, вот почему они мне запоминаются, именно эти композиторы. И я так подумала, а вообще, что требуется от музыканта, чтобы его исполнение отложилось ярко в памяти человека, кто слушает его? И как бы вы охарактеризовали свое исполнение? Слушайте, какой замечательный вопрос. Он такой объемный, так с двумя словами не ответишь, но это вообще какая-то такая тайна. Почему вот каких-то людей, музыкантов, артистов слушают, и просто все, что они говорят, полностью идет в сердце, в душу, остается, запоминается, волнует людей. А другие нет. Другие как-то вот они проходят мимо. Вроде тоже стараются, вроде то же самое образование, те же самые какие-то успехи, достижения, там, ну, признания какие-то, особенно в молодости. Это абсолютно точно есть в этом магия. Магия личности. Ну, если говорить, может быть, более понятно, это энергия. Некоторые люди энергетичны, и им не все равно. Они в любом случае добьются, чтобы... быть понятыми, быть услышанными, чтобы понравиться. Опять же, не лично понравиться, вот это я точно знаю, что не то, что, вот, посмотрите, какая я замечательная артистка, а вот что я несу. Или там актер, вот какую роль он, в какой образ он перевоплотился. И это очень интересный момент, потому что иногда бывает, поскольку все это происходит на сцене же, а на сцене разные состояния бывают, иногда ты бываешь абсолютно не готов, и боишься, и дрожишь, как зайчик. Выходишь на сцену, и начинается вдруг какое-то волшебство, как будто тебе что-то помогает, и ты начинаешь даже не работать, а вот творить то, что... Потому что все-таки это работа. А есть такое, ну, простое, такое расхожее мнение людей, которые не погружены в то, чем занимаются люди искусством. Им кажется, вот они талант, вот вышел, сделал. Раз и сыграл, раз и прочитал. Любому выступлению на сцене предшествует очень напряженная работа. Но эта работа не гарантирует, что ты выйдешь на сцену, и все это будет автоматически. Ты иногда бываешь 100% готов, и в самый ответственный момент у тебя то там, то здесь, что-нибудь не так натянуто и не так точно в той самой точке, где нужно, чтобы сработало. И поэтому люди искусства такие тоже суеверные. Но каждый раз они испытывают очень большое волнение и страх перед выходом, мне кажется. Редко кто говорит, ну, например, есть русский пианист Мацуев. Я у него интервью, когда спрашивала, говорю, как? Ой, говорит, я так люблю, я с детства люблю. Я прям на сцену выхожу прям с радостью. Да? Никакого волнения, ничего. Большинство дрожит, как осиновые листочки. Даже имея вот большой опыт концертной жизни. Но и там еще должна быть, знаете, это, конечно, привычка. Если у тебя 100 концертов, то ты иногда на автомате можешь это все сделать. Если ты играешь редко, это каждый раз такое серьезное испытание. Даже не знаю, что тебя ожидает, да? И, конечно, это очень много... из области, знаете, взаимодействия с миром, с человечеством, с самой собой,
что вот ты не должен быть, ну, ты не должен быть самоуверенным, ты не должен быть так вот вышла и вот слушайте меня, да, ты каждый раз как в храм, как обращаясь вот к божеству. Вот вы говорите, перед выходом на сцену некоторые артисты мандражируют. А у вас есть какие-то ритуалы, чтобы вот перед выходом, перед выступлением, чтобы настроиться на нужную внутреннюю тональность для себя? Конечно. Ты должен немного успокоиться. Поскольку я такая дама общественная, у меня всегда много людей. И звонков, и кому-то я должна пригласительно, с кем-то я должна поговорить, что-то там, съемки, телевидение. И это, конечно, тебя выбивает из этого состояния. И трудно сосредоточиться и собраться. И надо как бы изолироваться. Вообще перед концертом пианист должен быть один вообще. Чтобы к ним не разговаривали, чтобы он сам не разговаривал. Поэтому мне всегда легко играть за рубежом. В любых залах там меня не окружает так много людей, знакомых. А здесь я все-таки уязвимая, потому что я все равно хочу ответить, все равно хочу. Мне нравится, когда новые люди приходят. Ну, те, которые раньше не приходили, а я их знаю, они вот хотят прийти. Да? Ты это каждый раз ты доказываешь аудитории, людям, что послушать тебя — это важно. Потратить время на то, чтобы пойти тебя услышать, узнать там твое творчество — это важно. Мы этим питаемся, мы этим живем. Мне недостаточно просто полный зал. Мне важно еще, кто там сидит, как. Это, конечно, некоторая суета, но тем не менее, да. Тем не менее. Потом ощущение, что весь зал един, это не так. В зале такая сумма индивидуальности. И кому-то очень нравится, а кто-то абсолютно равнодушен, кто-то активно не принимает. Такое тоже бывает, да? Вы это чувствуете? У него, может быть, живот болит. Нет, особенно не чувствуешь, но всегда вот тело аудитории, если так можно назвать, оно в целом ощущается. Доброжелательность, либо какое-то напряжение. Вот у меня так в мире много было. Вот приезжаешь в прекрасный зал, например, прекрасный концерт в Лионе. Это второй город там Франции. Шикарная какая-то ассоциация устраивает. Огромный зал, все хорошо. Но вот что-то с самого начала, как-то психологически или биологически, или, я не знаю, как энергетически, я что-то чувствовал, что что-то здесь не то. И вот иногда ты не можешь преодолеть, вот, чтобы сыграть. Не можешь открыться по-настоящему. Это такая вещь, это ни к чему не гарантируется. Ну, может быть, у меня так. Мне кажется, у всех так. Очень тонкая материя, конечно. Да. Я вот хотела бы сейчас поговорить про ваше детище, про вашу школу. Я уже говорила, что я ходила в музыкальную школу имени Кашубаева, общеобразовательную одновременно в то время. И я помню, что в музыкальной школе она какая-то совсем другая атмосфера. Она вот атмосфера творчества, атмосфера самореализации. Но в то же время это жесткая дисциплина, это как в спорте. Это многие часы практики перед экзаменом. Любым экзаменом, там сольфеджио, хор, вот, особенно спецфано, кто обучался. И когда в общеобразовательную школу ты приходишь, ты этого не ощущаешь. Я не знаю почему, но там какая-то совсем другая аура. Она, конечно, не хуже, не лучше, но она совсем другая. И вот меня всегда удивляло, у нас как бы не стояло вопроса, куда поступать перед моими детьми, потому что я хотела, чтобы они тоже обучались и музыке. Да? У них было музыкальное образование, и мы очень обрадовались, что у нас в городе есть школа, авторская школа ваша. И мне было всегда удивительно, как вам удалось совместить вот эти две ауры общеобразовательной и музыкальной школы, потому что в общеобразовательной, ну, я насколько знаю, вы сейчас активно внедряете инструменты для того, чтобы ребенок научился там самореализовывать, самовыражение, лидерские качества, да, а тогда как в музыкальной школе все-таки там жесткая дисциплина, ты должен себя собирать, ты должен от чего-то отказываться. Вот как вам удалось это совместить? Как бы это не утверждение, что удалось. Вот вам кажется, что удалось, а мне кажется, что это процесс, в котором то в одну сторону, то в другую, то приоритет общего образования, потому что все равно большинство родителей, которые учатся в нашей школе, они не ставят своей целью, чтобы дети стали музыкантами. Mm-hmm. То есть это для общего развития, для
творческого развития, творческого потенциала. С другой стороны, есть большая часть родителей, которые хотят, чтобы были дети музыкантами. Это пока на уровне музыкальной школы. Вот все больше и больше. Сейчас вот особенно, когда я перестала быть в консерватории, мне кажется, желание родительского усилилось, что все стали музыкантами. И мне кажется, в программе нашей школы, в атмосфере нашей школы это особенно важно уметь точно поставить приоритет уже с детства. Потому что правильно вы говорите, чтобы заниматься музыкой, надо потратить количество часов. Другое дело, что если скучно, то хоть какую программу сделать, то не будет ребенок заниматься. То есть я не считаю, что просто количество выращивает человека. Абсолютно точно должен быть интересный педагог. Мир изменился, должно быть интересно вместе, наряду там, с компьютерными играми, с танцевальными какими-то, с современными танцами, там, спортом, шахматами, рисованием. То есть в моей школе все эти возможности можно получить. А как вот выбрать для себя именно музыкальные, приоритет музыкального? Вот в этом сложность. То есть в мою школу можно поступить, если есть место, но довольно сложно потом нести эту программу. Главное, если что-то удалось, то, что дети знают, что художественный руководитель школы – артистка. А маленькие дети меня видят по телевидению, в Ютубе, там, в интернете. Они, для них я не директор, а вот какой-то образ. Они бы предпочли, чтобы я там в длинных платьях ходила. Потом у меня совершенно нетипичное поведение руководителя школы. Потому что я такой, не знаю, мне кажется, добрый и такая добрая волшебница. Они видят меня на концертах, видят, как я выступаю, как я с кем-то разговариваю, как я съемки довольно часто. И им тоже хочется, кажется, этого. И тоже им кажется, что если мы в этой школе учимся, то мы будем тоже так же играть-то. В какой-то мере это вдохновляет, если есть осознанные родители, если готовы ребенку помочь как-то ограничиться. Потому что вот это большое предложение всего, сейчас такой мир, никуда не денешься, ты должен научиться выбирать. Да. А в наше время было, наверное, легче, потому что для меня шестилетний пианино в Беларуси, это была такая сказка, это вот мама купила этот черный ящик, открываешь клавиатуру, там эти белые и черные клавиши. Для меня это сказка была. Вот я помню это ощущение с детства очень сильно. Это был сильный раздражитель в хорошем смысле, да, что я возле него все время пыталась ходить. А сейчас дети, пожалуйста, рояль, пожалуйста, пианино, пожалуйста, электронный, пожалуйста, любой инструмент. Мальчики там саксофон. Раньше вообще саксофон только в школах выдавался, кажется. Вот, и есть в этом и положительная сторона, есть, как и во всяком явлении, и другая, что сложно выбирать, кидаются дети от одного к другому, сложно воспитать в себе какую-то усидчивость и верность чему-то, да. Тем не менее, я вижу, что есть большая часть родителей и детей, которые настроены вот точно на музыку. Первые годы, когда мы школу начинали, эти все общеобразовательные педагоги, каждый же свой предмет, понимаешь, что он главный, да. А здесь еще музыкально. Они как бы в первое время только смотрели, что, наверное, дополнительно. А потом все-таки стало происходить какое-то сращивание. Несмотря на то, что они там педагоги индивидуально, где-то группово, все равно вот наличие атмосферы в школе, связанной с музыкой, со звуками, это меняет общеобразовательных педагогов. Они тянутся, они хотят понять, что это такое. Они видят, что дети, которые музыкально одарены, они и в их предметах также сильны. То есть это, конечно, много лет это уже. Это не сразу было. Это за много лет вот это быть в одной атмосфере, где есть музыка, где есть много творчества, где руководитель, это очень важно, руководитель, артистка. Это, мне кажется, и дает вот это некоторое, не идеальное, но сращивание. Общая атмосфера.
Интересно вот то, что вы говорите, что преподаватели общеобразовательной школы стали замечать, как влияет музыка вообще на креативность, на развитие. Все время концерты, все время какие-то постановки. Потом мы учим детей лидерству в каком смысле? Чтобы они умели выйти и вести, например, какой-то концерт, программу, проект. То есть не боялись выходить на сцену и быть в центре внимания. Первые годы боялись. Мальчики танцевать невозможно было. Да? Ну, типа мальчики мускулинные, там же девочки нежные. А сейчас... Ну и мир поменялся очень сильно. Я вижу, как поменялось поколение родителей. Сейчас я так довольна нашими родителями, они осознанные. Вот возьмем вас. Благодарю. Я вот, поскольку моя программа про женское лидерство в Центральной Азии, я свято верю в то, что женское лидерство, оно начинается с маленьких лет. То есть нужно свою там, дочку мою, да, девочку вложить в нее, чтобы она верила в себя, она верила в свой потенциал, в свои таланты. Как говорила, недавно вот прочитала книгу бывший генеральный директор Пепси Индра Нуи. У нее даже название книги «Верить в себя». И она рассказывала, что ее дедушка с молодых лет всегда прививал ей вот это вот публичное выступление, не бояться выражать свои мысли. Я задумалась, а вот в плане женского лидерства в вашей школе какие мероприятия проводятся, чтобы вот вырастить этих девушек в будущем? А вы знаете, так сказать, что специально мероприятия, посвященные женскому лидерству, так, такого чего-то нет, но есть общий тренд, что дети должны быть лидерами, дети должны осознавать себя и уметь презентовать себя. Вот для этого мы все время делаем какие-то публичные выступления или выступления там, когда они играют, или выставки, или когда они ведут какое-нибудь мероприятие, это все навыки, которые с детства, ну, в прежних школах это не было в наше время. То есть как-то все было по заданному, мы четко знали, что есть руководитель, и мы там следуем за тем, что он скажет. А сейчас, да не то, что их учить, это они нас учат лидерству, потому что такие смелые девчонки особенно. Ну, парни, конечно, тоже есть ребята, которые, вы знаете, даже не в школе научились, а научились в жизни. И сейчас им столько доступной информации, они видят, как с детства все себя проявляют. Они учатся смелости у этой жизни, и мы учимся у них признавать их лидерство, признавать их голос, понимать, что вот если он даже ошибается, ну, имеет на это право. Ну и прислушиваться абсолютно точно, что атмосфера другая, чем сколько-то десятков лет назад. Раньше так дети не смели разговаривать со взрослыми в силу своего воспитания. Взрослый вот говорит, ты его слушаешь. А сейчас наравне. Сейчас наравне, и взрослые постепенно привыкли к этому. Это не означает, что они там плохо воспитаны или они нахальство проявляют. Нет, просто голос ребенка стал более слышным, и его мнение, и его позиции. И просто сама жизнь в эту сторону двигает нас. То есть прошло время некоторого авторитаризма, такого нужного, необходимого. Я никогда не была. Но в любом случае, наша Айна Гулькуматаевна, наши взрослые педагоги, они все правильные, какие-то вот правильные образы педагогов там 10-20-летней давности. Время сильно поменялось, и сейчас мы все прислушиваемся к молодым. Как они разговаривают? И вот я даже несколько раз услышала: мама, нельзя так разговаривать. Я нормально разговариваю. Нельзя так. Я говорю: ох, какие прям. Но прислушиваюсь-то. А вот скажите, пожалуйста, однажды я увидела на YouTube, совершенно случайно, просматривая ваше интервью, слушая, один известный педагог, я сейчас не назову фамилии, он говорил: я не позволяю своим ученикам, музыкантам, конкурировать между собой. Но ведь лидерство, то, что мы взращиваем, оно в какой-то степени конкуренция, оно же переходит в конкуренцию. И
Я подумала, а в классической музыке конкуренция должна быть? Она вообще имеет смысл? Потому что, ну, каждый же музыкант, он исполняет одно и то же произведение со своим подходом. Это целая вселенная внутри него. Да, он может выразить эти эмоции по-своему. И как сравнивать? Ну, конечно, это не спорт, где там точные цифры и количество километров или метров, высота прыжка. Но в любом случае конкуренция бывает. Но у нас в стране мало возможностей для конкуренции. У нас слишком мало. Мы должны ценить каждого. Потому что одно дело конкуренция азиатских стран, где, вот я помню, я была на конкурсе во Вьетнаме. Такой простой конкурс, меня знаменитый вьетнамский пианист пригласил. Я решила поехать все-таки, я во Вьетнаме не была. Такой этот знаменитый пианист, он в это время получал награду в Польше за исполнение Шопена, и я не смогла его увидеть. То есть знаменитый есть такой Дан Хайшон. Но что я увидел на конкурсе? Это был международный конкурс, и все вьетнамцы из Америки, из Канады, из Европы, из Англии, из Японии, из Кореи, все вьетнамцы, это назывался международный конкурс. Ну, большинство вьетнамцев, там не так много было японцев, корейцев, китайцев. Они так играли, что мы вынуждены были отсеивать с первого тура абсолютно идеальных детей. Какие там критерии? Ну, какие-то миллиграммы, непонятно чего-то. И я сидела и грустила, что у нас в Казахстане, если бы хотя бы 3-4 человека так играли, у нас нету такого. Потому что вот это вот естественное количество людей рождает такую конкуренцию. Тем более, что вот были те, которые во Вьетнаме учились, те, которые в Америке, в Канаде. Конечно, они были сильнее. И, конечно, их было много. Во Вьетнаме сколько народу? 100 миллионов или сколько-то? И вот. А когда, представляете, когда китайцы... Китайцы сейчас абсолютно лидеры во всем мире. Как бы нам это не хотелось признавать, я представитель русской школы, советской школы, сильной школы, да. Но мы не так конкурентоспособны, как китайцы. Ну, а также еще японцы, и корейцы, и сколько Азии. Вообще там их столько, это же невозможно. Значит, конкуренция – это абсолютно нормальное явление в любой области. Конечно, меряют через что? Через выразительность, уровень программы, сложности, технологические достижения, насколько руки хорошие, школа хорошая. Есть там много параметров, конечно. Мы здесь, вот я сейчас приглашена на конкурс, который проходит в Великом Новгороде. Знаменитый Денис Мацуев меня позвал на конкурс. Там кто-то будет из Германии, кто-то из Вьетнама. Ну, в основном москвичи, конечно. Но вот меня пригласил. Я, конечно, думала, ехать, не ехать, да, в связи с политическими, с таким напряжением. Но, с другой стороны, это дети. Это я таким образом противопоставляю себя разрушительным тенденциям. Я очень уважаю Дениса Мацуева. Я знаю, сколько делает для детей.